Доброе всем утро! Сегодня 27 февраля 2023 года, на улице плюс 1. Сейчас, скажем так, припаршивая погода, идет мокрый снег, который вот сейчас уже, наверное, перерастает в дождь. Поэтому стоять на улице, ну, очень противно. Если это, конечно, видно на камеру, все это идет в лицо. Ну, естественно, все небо затянуло тучками, потому что идет мокрый снег. Ветра сейчас нет никакого, абсолютный штиль. Солнышко не видно, но оно уже сегодня встало в 6:23. Зайдет солнышко в 17:13. Долгота дня сегодня 10:50. Смотрите, вот что уже на сейчас нападало. Снег мокрый. Где вот снег падает, сразу превращается в лужи. Все это видно, я думаю, видно. Ну что, ждем весну. Она уже послезавтра, по крайней мере, календарная весна. Ждем потепления, потому что это сейчас не погода, это что-то жуткое. В общем, всем хорошего дня, хорошего настроения, несмотря на такую погоду. Все будет хорошо, скоро будет тепло. Всем пока!